флористики «Мама Роза» я попала случайно. Выбирала курсы долго, и что мне понравилось именно здесь, то, что Катя не просто флорист, она именно занимается декором свадьбы, что меня и интересовало. Соответственно, она может дать мне гораздо больше, чем обычные флористические курсы, где просто учат собирать букеты, чаще всего подарочные, кибаны и прочее. Хочу сказать спасибо Кате за то, что она нас всех так сплотила. Мы стали дружной семьей, коллегами, узнали много нового, интересного, научились разбираться в видах цветов, в сортах, в том, как лучше сочетать эти цвета между собой и как пользоваться цветовым кругом, какие виды букетов бывают. Занятия проходили у нас очень весело, девочки все разные, пришли кто откуда, но нашли все тут общий интерес. По итогам обучения могу сказать, что уже появились первые заказы. В эти выходные у меня были первые букеты невесты. Невесты уже пришли со словами благодарности, они очень счастливы, а я счастлива, что смогла угодить им. И, конечно же, это все благодаря Кате, которая требовала от нас идеальных букетов, чтобы все было правильно, а не тяп-ляп.